Добро пожаловать в мультик. В эфире вечерний подкаст новостей Sonar Games. Он топ-модель по-санарски. Он супермодель Санария. Он многократный чемпион конкурсов моделей. Он фотогеничен. Он ведет для вас вечерний подкаст новостей с G-Fito. Не переключайтесь. Новости Dragon Adventures. Третья вольная гильдия Гильмора с Костеллой, Мой Шаура, драконы появятся. Из яйца Гильмора появится дракон Гильмора, когда войны гильдии начнутся 5 января. Вы можете либо сменить гильдию, либо остаться в той, которая у вас есть сейчас. Также будет доступны в магазине UGC новый пользовательский контент. Новый Коковира станет новым стартовым драконом, который заменит Хоулера в стартовом составе драконов, когда вы впервые играете в Dragon Adventures. Коковира можно будет вывести из яйца Origins Egg. Ожидайте Коковира 19 января. 1 января состоялся релиз Animal Kingdom. По этому поводу введите код Happy Release, чтобы получить вот такой титул. Новости по сценарии. Ожидаем в скором времени ремейк Кендила и реанимации других некоторых существ. Как обещали разработчики, зимние события заканчиваются после Нового года, а все обновления идут в одно и то же время, поэтому заканчиваются на этой неделе как раз. Но появятся два новых существа, два новых артефактных существа. Уже можно начинать думать, как получить огненный артефакт, чтобы снизить цену на Торчероука, огненную нелетающую птицу. А также варден-артефакты Дабаэмура, новое свирепое существо. На этом новости вечернего подкаста завершены. Подпишитесь на канал Мультиплеер. Всем удачи и пока-пока. Все, снято, снято.